Обычно люди с огромным интересом заглядывают в свое будущее, ведь там есть ответы на те вопросы, которые волнуют нас сейчас. Сегодня я предлагаю вам воспользоваться этим тестом и узнать, какие события ждут вас в ближайшем будущем. Для этого посмотрите на картинку и выберите понравившуюся вам розу. У вас есть 10 секунд. Вы выбрали розу номер один. Сейчас вам кажется, что в ближайшие дни вас ожидает значительный объем работы, который потребует множество усилий. Однако жизнь постоянно удивляет нас. Из всех возможных вариантов развития событий, вероятно, ожидает вас тот, о котором вы и не догадываетесь в данный момент. Вас может ждать счастливая удача, о которой вы даже и не мечтали. Иногда в жизни происходят настоящие чудеса, которые помогают нам выбраться из трудных ситуаций. Скоро вам могут прийти необходимые ресурсы, которых вам не хватало все это время. Вы сможете преодолеть все трудности и решить проблемы, которые вас беспокоят уже много месяцев. Если вы выбрали розу номер два, то сейчас вы ощущаете смуту. Ряд событий, произошедших в вашей жизни, заставили вас сомневаться в том, что все идет по плану. Вы заняты пересмотром своей прежней стратегии на будущее, но вскоре вам может прийти прозрение. Все сомнения, которые посещали вас, могут исчезнуть после того, как вы получите важное сообщение. Возможно, Вселенная отправит вам человека, книгу или фильм, которые помогут найти ценную информацию и разрешить непонятные моменты. Наконец, ваш ум прояснится, и вы сможете увидеть четкую цель, к которой будете стремиться. Ваш выбор роза номер три. Иногда мы задаем себе вопрос, стоит ли тратить свои искренние усилия на достижение тех мечтаний, которых хотим добиться. В конце концов, мы можем получить не то, что ожидали. Поэтому, стоя перед распутьем, требуется хорошо подумать, стоит ли продолжать идти по той же дороге. Ваши сомнения скоро перестанут занимать ваш разум. Внешние обстоятельства начнут помогать вам принимать правильные решения и двигаться к своей мечте. Вам может показаться, что вы перестали прикладывать усилия, но высшие силы возьмут на себя часть работы, и что-то начнет развиваться независимо от вас. Иногда важно отпустить свои желания, чтобы они могли сбыться в вашу пользу. А какую розу в этом тесте выбрали вы? Своими результатами обязательно делитесь в комментариях. Я их все читаю, ставлю вам лайки и сердечки. Также не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Ну а у меня на сегодня все. Желаю всем удачи, пусть у вас все всегда будет хорошо. Пока-пока.